Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня 6 мая. Мы пересаживаем из старых ульев в новые, чистые вернее. Вчера пересадили 5 домиков. Сегодня вот 6 пересаживаем. Сегодня у нас тепло на улице. Плюс 22 сейчас. Днем было 28 тепла. Вчера вечером было 16 градусов тепла. Пришло к нам тепло в Новосибирскую область. Просматриваем, где мед есть. Сколько расплода рамок смотрим. Поставляем пластины ветеринарные для лечения и профилактики воротоза и акарапидоза пчел вородес. В улье маленькие по одной полоске там ставим. Применяют его два раза в год из расчета две пластины на 10-12 гнездовых рамок для маленьких семей до 6 рамок отводков и нуклеусов. Из расчета одна пластинка, которую помещают в центр гнезда. Смотрим корма. Ну, я отсюда вижу, что есть, да, мед? Есть. Даже вон, смотрю, и много меда, он запечатанный есть еще, не распакованный. Что лапы? Лапа домой захотела. Ты лапа домой захотела. Ну, пойдем, я тебя унесу. Вот расплод. Есть. Уже даже вывившиеся есть, да? Всякие. Даже трутневые есть. Даже трутневые есть уже. Сначала обжигаем улья, сначала чистим их стамеской, потом обжигаем у нас газовой горелкой, а затем уже в чистый улей переставляем все рамки. Пчелы потом у нас радуются чистому домику. Такой расплод. Хороший расплод. Кое-где уже вывелся. Сегодня даже у нас мед тянут с акации, с ивы. Ивы, мать и мачеха зацвела. Что еще у нас зацвело? Больше ничего. Больше пока ничего не цветет. Смородина только начинает он листики зеленеть. А так кустарники еще все голые. Вчера меня укусила пчела. Я сегодня не лезу в пчелу. Укусила, да прямо под глаз. Здесь уже перга новая, да, наношена? И мед. И мед новенький. Сколько всего рамок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12 рамок.
все записываем мы в тетрадь. С какого посадили, в какой посадили. И сколько рамок. Так, 12. 12 обсижек. Из них с расплодом сколько? Штуки 4. Меда много печатного. Так, мед есть. 200 много. Вот так мы обсматриваем домики. Чтобы они были чистенькие. Пчелы будут рады, что их посадили в теплый, чистый дом. Будут нести нам мед и пергу. Так происходит у нас. Осмотр домов. А это блин коленочку. На платформе. Только вот сюда сейчас он стряхнет. У тебя ветерок? Нет. Только сегодня ветерок. Вчера ветра вообще не было. Отличная погода была. Безветренная. Сегодня хорошая, но с ветерком. Не убегу. Сейчас это положу. Оставим. Только один ставьте, два много. Ставим все равно еще один пенопласт. Так как, чтобы тепло было. Крышку какую? Вон, крышка 4. Вот так мы обсмаливаем улики. Сначала их прочищаем. Газовая горелка. А это газовая горелка. Ну, раньше были лампы паяльные. Сейчас все газовой горелкой. А вот это тут, вот он какой грязный дом. Вот его ж надо почистить потом.
что ты углы просматриваешь, да? Весь полностью. Весь полностью. Чтобы не было всякой заразы, да? Да. После зимовки. Или этот не зимовал ли? Этот зимовал. Тоже зимовал? Уже почище. Пчела прилетела. Все, да? Вот так. Все. Посмолили. Чистенький домичек. Сейчас ждем, остынет немножко до комнатной температуры, и начинаем пересаживать. Ну вот, пересаживаем следующий домик. Тут еще у нас газеты даже не вытащены, уже жарко пошло. Надо их вытаскивать. А эти уже летят с леса. И у них пустой домик. Так что быстрее ставим им рамки в чистый дом. Чтобы они уже в рамки закладывали мед. Это дом самый большой. Этот дом вообще самый большой? Самый сильный? Да. Это чили. Сколько ему лет? Рой прошлогодний. Прошлогодний рой? Ну, значит, рой, наверное, был большой, да? Рано отроился в мае. В мае отроился, и вот получается очень хороший дом. Вот даже поверху то ли жидкий там мед или нектар блестит, да? Тут, видать, маленечко только. Меда, считай, нету, да? Только сверху жидкий какой-то. У нас был как-то один год, май был такой теплый, что они наносили полные дома меда. В прошлом году? Нет, это не в прошлом было, а когда мы в Биазу 4 дома продавали. Сейчас расплод. Вот расплод пошел уже. Тоже был май хороший. Ну, хотя нынче май-то не сначала он был теплым. Считаешь, рамки расплыли сколько? Вторая. Вот расплодик третий. Ну, тут, видать, расплода и вывелось уже много. Четвертое. Вот расплод. Ну, это хороший. Плотный. Матка молодая. Нет. Третий год. Третий год матки. Видишь, им жарко было. Смотри, сколько они пенопласта на... грызли. Жарко, не холодно. Ну, тоже плохо, когда жарко. Так морозы стояли, то они расплодом клали. Чем холодно было. Зато так пена... вот еще, вот здесь нету. Нет.
Ну, в итоге сколько посчитай расхода? Ставь. Четыре рамки распил. Пять? Так, пять рамок. Я записываю все. Перге. Уже свежая перга, да? О, нифига себе уже. Ну, может, нынче наносят. Что, будешь опиливать или новую поищешь? Зачем тебе другую? Так, и того, дай посчитать. Собрали сейчас, не жали? Нет. Они, считай, убежали. Здесь чуть-чуть осталось. Ну, видишь, они мертвых пчел всех, считай, отсюда вытащили. Нету. Пять с расплодом. Я 6 написала. И все, сейчас... Этот будем домик чистить, потом обжигать и обратно же в него пересаживать другой дом. Видишь, когда жарко, они даже полошки вот эти тоненькие прогрызают, хотят вылезти. Вылезти, а делают вентиляцию. Вентиляционные отверстия для вентиляции. Ты не будешь их закладывать? Где-то было. Другой белый пятка. Куда ты вчера делал? Белый пятка. На веранде, наверное. Так что много они сгрызли. Конечно, по два пенопласта. Дом большой, им жарко, видать. Тащи он сам, какой надо, оторвет. Вот, Леша, какой тебе надо. Ты что такое-то? Плохие. Дырки заделаем, потом новые положим. Да?
Такие простыни мы белые используем. Старые белые простыни используем для полошков. Пересаживаем третий домик. Из номера 18 в номер 6. Отодвигаем прилетные доски. Ставим старый дом на ящик. На новое место ставим чистый дом, который сейчас вот прожгли, прочистили. Назад ставим прилетную доску, чтобы они уже с поля летели и залетали уже в чистый, в новый дом. Она вон та первая чуть-чуть подальше, мне кажется, стояла. Ну, пускай пока так. Ну, пусть пока так. Мыши съели. Да? Это в прошлом году. Нынче, по-моему, мышей же у тебя не было. Ты же их все переловил. Где ты, Марь? Тоже, наверное, это нормальный домик, да? Нынче вообще все дома прозимовали очень хорошо. Сухие. Иногда выставляешь дом, он много сырости, влаги. Нынче, видать, мы сделали хорошую вентиляцию в пчельнике. И они у нас сухие все дома получились. Больше меда. Что? А запас меда большой. Да, вот. Мед есть. И вон уже, смотрю, сверху новые пироги затащили. Она отличается, видишь? Да, ярко-желтая. Чтобы были сухие дома в пчельнике, мы делаем вентиляцию, да, Лёш? И температуру держим сколько? Ноль. А на конвекторе, да, выставляешь ты, да, температуру? И ноль поддерживаем. И сейчас начали устанавливать все ульи мы не... Раньше выставляли на низ. У нас их много было, даже 22 дома. 21, 22. Мы на верхние и на нижние полки ставили. Сейчас 12 домиков. Каждый год по несколько штук продаем. Хороший расплод. Расплод хороший. Не закончила же я. Мы сейчас все домики ставим на середине, да? Посередине сделали полки. Вверх от пола. Да. Вверх от пола. Вверх. Верхняя полка у нас, наверное, на метре, да? Метр от пола, да? Потому что внизу сырее. Потому что внизу они частенько у нас сырели. Смотри, сколько пироги уже натаскали. Сюда можно было пирогосборник поставить. А вон там он, это виднеется даже, то ли медок на последней рамке. И в середине они хорошо зимуют. Что это, Лёш, блестит мед же уже? Мед и перга. Вот чуть-чуть, да, тепла был. Ну, маленько, тут сколько-то тепла вот. Вперед несколько дней было, и тут вот два, нет, наверное, три дня было тепло. И вперед несколько дней тепло. Сколько рамок, посчитай. И из них с расплодом.
рамок всего? 10. Так, 10 рамок. Расплода сколько? Считай сейчас. А, сейчас считаешь. Мед есть. Четыре с расплодом. Расплода 4. Да. Меда очень много. Меда много. Много оставили на зиму. Оставляли. Ну да. В том году вообще много вы оставили на зиму. Вечером как-то и ветер стихает. Пенопласт будешь один ставить? Везде же ставлю. Везде еще ставим по одному пенопласту. Ночами еще прохладно. Почему же снег упит? Ну, бывает же он. В том году в июне. Заморозок какой был. Ты слишком близко не ставишь. Странно. Было расстояние. Идет? Может. Все пойду. Поближе вообще. Тоже, видишь, прогрызли. Будешь еще ложки? Да. Принести белую. Ну вот, посмотрели мы 3 домика сегодня. Вечереет у нас уже. Сейчас сколько успеем за вечер, сколько посмотрим. Всем пока-пока. До новых встреч на канале «Позитивный огород». Подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. И заходите почаще в гости. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем всего самого наилучшего и всего доброго.